Бутово парк – один из микрорайонов муниципалитета. Многие дома уже заселены, и люди начинают осваивать свою новую территорию. А почему вы купили именно здесь квартиру? Потому что удобно, потому что опрятно, уютно. Нам нравится здесь. Район доступный, МКАД рядом. Удобство во всем. Метро скоро откроют. Пока Донским пользуемся, Дмитрием. Здесь у меня денег хватило, я здесь купил. Почему называется район Ленинский? Ну, потому что здесь недалеко где-то Ленинские горки, насколько где Ленин был, насколько я помню. Ленинский район, потому что, видимо, здесь недавно, 100 лет назад, жил Ленин в городе Видном. И район Ленинский, и совхоз имени Ленина близко. Ленинский район. Так, а почему он называется Ленинский? О, честно, не вдавалась в такие исторические факты. А какой? Где районный центр? Видно. Сколько лет городу Видно? Ну, это я не знаю. К сожалению, не могу сказать, трудняюсь. Хотя в прошлом году был на дне города. Какие достопримечательные исторические места Ленинского района? Ничего не знаю. Суханово. Парк Суханово. Там были усадьбы. Она еще сохранена уже в таком полуразрушенном состоянии. Здесь еще есть полигон. Наверное, не отвечу. Нет. Бутово парк. Москва или область? Область, получается. Это село. Москва. Спальное место. К сожалению, для жителей одной из крупных застроек Ленинского района, Бутово парк, место теперь их малой родины является только спальней. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Второй гражданский форум подошел к концу, и можно подвести итоги. Главной темой для обсуждения стало отсутствие коммуникации между исполнительной властью и жителями. Было предложено создать специальные комиссии для мониторинга общественного мнения и разработать единое информационное пространство. Это ТВ, интернет-газета, газета, кабельное радио, реклама на подъездах и предложение такое использовать квитанции управляющих компаний для социальной рекламы. Активизировать работу по созданию советов многоквартирных домов. Многие участники круглого стола отметили, что в этом плане у нас жители очень пассивны. И необходимо вести просветительскую работу с населением по этому поводу. Важным вопросом стало незнание многих жителей того, что они проживают на территории Ленинского района. Будут созданы специальные программы объединения людей на больших субботниках и праздниках. Так познакомят новых видновчан с историей нашего края. Название в новых микрорайонах улиц фамилиями, именами и отчествами тех людей, которые действительно здесь являются достоянием истории. Форум закончился церемонией награждения активистов донорского движения и победителей премии «Наше Подмосковье».